Друзья, всем привет! Еще недавно Игорь Крутой писал о том, что всему хорошему приходит конец, и семейно-новогодние каникулы не исключение из правил. Он замечательно провел время в кругу семьи на Карибах, но теперь маэстро уже в Москве. «Непонятная сила тянет меня к Игорьку», – написал он, и едва вернувшись из отпуска, я помчался к любимому внуку в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении. Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло. Но не беда, пройдет совсем немного дней и ночей, и самый маленький Крутой будет всех нас радовать. Во всяком случае, в это очень хочется верить». Звучащий фоном моей колыбельной Сашеньки пошел уже 19-й год, и я поймал себя на мысли о том, что хочется что-нибудь написать Игорьку, что я и сделаю. Ну что ж, друзья, выходит, маэстро готовит нам очередной сюрприз. Он хочет что-то написать. Значит, нас ждет новая композиция.